Лицом к лицу. Никто не любит бояться. Никто не хочет встретиться лицом к лицу с тем, чего страшится. Нормальная реакция – это постараться убежать от страха так далеко, как только нас унесут ноги. Иногда у нас есть время, чтобы постараться понять, что же такое перед нами, и попытаться найти верный путь. Что же делать? Мы не сможем повернуть обратно. Да, но если мы ничего не сделаем, эти птицы на нас нападут. Они нападут на нас, что бы мы ни делали. К сожалению, у нас не всегда есть возможность все обдумать. Иногда просто нет единственного правильного выхода, и тогда единственное, что остается, это повернуться лицом к опасности. Сульфус, подожди! Мы не можем сдаться ради Раф. И Сульфуса. В атаку! Вперед! Давай остановимся. Что? Мы можем его победить. Давай используем наши силы. Ты смотришь на того же самого монстра, что и я? С ума сошла? У нас нет выбора. Мы же не можем вечно от него убегать. Рано или поздно он нас догонит. Приходится посмотреть страху в глаза. Кокс, начни превращение. Друзья ангелы, хранители сердец. Василиск, начни превращение. Враги демонов, соблазнители слабых духов. Иди сюда, корова-переросток. Посмотрим, чего ты стоишь. Кто ты? Почему ты не даешь нам пройти? Развернитесь, если вам дорога жизнь. Это он похитил наших друзей. Где Раф и Сульфус? Что ты с ними сделал? Последнее предупреждение. Развернитесь обратно. Ни за что. И мы не боимся ваших птиц. Правильно, Кабали. Я вас предупреждал. Орлы, уничтожьте их. Что, передумал? Я думал, ты хотел порвать нас на кусочки. Мне так нравилось с тобой бегать. Отойди, оставь его мне. Он такой смелый. Надо подождать, пока он подойдет поближе. Сейчас, огненные крылья! Сульфус. Прямо в точку. Ты была права. Надо было противостоять монстру. Он еще жив? Надо поторопиться, пока он не проткнул меня своими шипами. Каменные крылья. Отлично. Разорвите их на части. Мы долго не протянем. Их слишком много. Нам не помешала бы помощь. Как насчет когтей?
Дикие крылья! Отлично, Кабири. Теперь мы на равных. Вовремя подоспел мой пернатый друг. Проклятие, что они задумали? Пускай посмотрят на мою магию. Еще больше неприятностей на нашу шею. Я должна защитить нас. Я должна быть сильной. Прекрати, Раф. Ты должна остановиться. Это слишком опасно. Нет, я пока держусь. Она рискует своей жизнью, чтобы защитить меня. Раф! Сульфус, уходи! Не беспокойся обо мне! Не говори ерунды! Тебе просто надо отдохнуть! У нас нет времени! Просто лежи тут! Наберись сил! Надо увести его подальше от Раф! Теперь ты меня действительно разозлил! Крылья вверх! Может быть, это выход? Я проверю. Но мне не помешал бы свет. Огненные крылья! Я не могу поверить, что они целуются. Девочки. Вы от меня не уйдете. Ты в капюшоне, замолчи. Кабали, вернись сюда. Надо что-то придумать. И надо сделать это вместе. Ты не можешь остановить этих существ так же, как ты остановила медведя. Не знаю, их там много, и мы в воздухе. Мы должны одержать верх. Я сделаю все, что смогу. Тогда лети за мной. Что это Ури делает? Почему она улетела? Трусиха, она сбегает. Нет, вы должны ей довериться. Сладко, давай. Прикрой меня. Остановить крылья. Что произошло? Мы не двигаемся. Я сделала, что могла, Ури. Надеюсь, у тебя есть план. Прекрасно, сладкая. Теперь моя очередь. Метеокрылья. Гром и молния. Она убивает птиц молнией. Это классная сила. Нет, нет, нет.
Это конец. Прощайте, Рейна. Это было здорово. Кто бы подумал, что ангелы такие изобретательные. Главное, что теперь мы можем продолжить искать наших друзей. Раф, Сульфус, мы идем к вам. Идем. Я ничего не чувствую. Сделай свое дело. Убей меня. Быстрые крылья. Сульфус. Раф, ты ко мне прикасаешься. Ты забыла про Вета? Это не первый раз, помнишь? То прикосновение все изменило. Ты прав. Зачем? Зачем ты вернулась за мной? Ты могла бы спастись сама. Ты не бросил меня умирать, и я тебя не брошу, что бы ни случилось. Вперед, чудовище! Убей нас! Секретом мы одна семья. Между добром.